Есть две основные версии. Одна, еще одна есть версия по поводу того, что там какой-то корбит был, возможно, находился в этом доме. Ну, это не одного дня экспертиза, это будет проходить. В основном все понимают, что это горе общее, беда общая. И еще раз, пользуясь случаем, выражаю соболезнования всем семьям, которые пострадали при этом пожаре. Для нас это, конечно, очень печальная история для всех. Мы будем следить за тем, как следствие будет проходить. Вот, и все, кто виноват, они понесут наказание, если таковые будут. Судьба мужчины, который получил большое количество ожогов. Транспортировали в ожоговый центр, город Тюмень, его тяжелая ситуация. Пока ничего не могу сказать, но дай Бог здоровья. Что касается семей, которые пострадали, какая-то помощь? Все вопросы, связанные с жильем, вот, наверное, Марина Аронна больше расскажет, объяснит. Вот, мы со своей, что можем сделать, делаем максимально.